С вами я, блог 2.1.1, и сегодня я начинаю скайп-блог выживания Minecraft Pocket Edition. И тут просто очень много всяких скайп-блоков. Даже помню, с деревни на каком-то островке. Вот. Очень много островов, и на это будет очень много... Ой, ну, это я буду снимать очень много серий, наверное. Потому что я хочу все обойти скайблоки в этих сериях. Так. Ну и первый скайблок у нас обычный на земной. Как обычный. Так, получается. Ну, тут дается нам такие начальные вещи, можно сказать. Давай сразу убьем себе овечка. Ой, овечка, не умирай, иди сюда. Так, извините, пацаны. Ой, овечка упала, ну ладно. Да, стой ты. Не уходи, побудь со мной. Так, все, отлично. Мы все сделали. Так, что у нас там было в бонусном сундуке? У нас был каменный меч, каменная кирка, 5 дерева, ну, 5 древесины дуба. Вот. Так, 2 льда. Это чтобы сделать, наверное, генератор камня. Окей. Так, дальше у нас был лава, лед. 4 еды себе. 46 костной муки, что-то он преувеличил. 2 санкции, кстати, я не знаю, что он взял. Это у нас спаунер. А, свинок. Понятно. Так, может копать вот так вот. Точно ничего нет. Так, отлично. А, ну ладно, понятно, все. Он, наверное, стоит только из земли. Так, нам нужно. Давайте. Так. Нам бы вот до тут докопаться, давайте там. Так, куда бы нам сейчас дарыться? Давайте мы, наверное, сходим на угольный скайблок. Ау, мне лагает Майнкрафт из-за такого количества всяких мобов еще. Тут очень много мобов. Я, в принципе, знаю, как этот создатель карты создавал такие скайблоки. Просто берете, заходите в этот, в МЦП мастер, и там уже можно так сделать. Так, я вижу, там золотой сбоку вон. Мне кажется, это какой-то слишком читерный скайблок, потому что... Ну, а что, нет? Скорее всего, тут где-то спаунер... О, не такой же, как сказать, спаунер, что ли. Ну. Не спаунер, получается. Вон, видите, лазурит такой обсидиановый. Так, магмовый. Вот каменный. Так, сейчас давайте срубим деревце. Так, извините за звуки в Майнкрафте. Сейчас я выключу звуки, и я к вам вернусь. Так, я выключил звуки. Так, сейчас мы нарубим деревце. Давайте уберем спаунер этих как всяких животных. Так, тут где-то спаунер у нас. Так, вот, отлично. Убираем вот этот спаунер. Так, еще один спаунер. Убираем все спаунеры. Где у нас еще там спаунеры? Спаунер куриц где-то у нас. Да, скорее всего, где-то у нас спаунер куриц еще.
что, так, давайте дальше рубить дерево. Ну ладно, порубим теперь древесина, дерево порубим. Окей. Можно было бы сначала достроиться до железного, но железо я буду добывать в следующей серии, наверное. Да. Так, сейчас копаем деревце наше. Копаем дерево. Может, все-таки добываем его, наверное. Так будет лучше. Так. Давайте убьем овечку. Опа. С первого удара. Так, всех убиваем с первого удара. Е. Так, коровка улетела куда-то. Надо всех поубивать сейчас, а то моя лагает жестко от них. Так, остались только курочки, что ли? Так, беззащитные. А нет, ну что? Отца, уходи, уходи отсюда. Ты мне не нужна. Так, там я вижу лучника. Так, овца серенькая, уходи. Так, кто-то еще тут. Так, тоже уходи. А, ну извини, ладно. Случайно ударил тебя. С первого раза убил, точнее. Так, у меня уже еды не хватает. Так, отлично. Так, я такой, так, у меня уже еды не хватает. Так, отлично. Упс. Упс. Извиняйте. Я не хотел. Так, дайте мне подняться, лаги, лаги Майнкрафта. Кстати, я буквально несколько минут назад выпустил видео под названием Find the Button. Я проходил карту. Так, там зомби на меня уже агрится. А что я вам сделал, зомбари? Я же вас в зомби превратил. Жизнь, наверное. Так, давайте поднимаемся вверх, вверх, вверх и вверх. Ну, нужно, где у нас еще один спаунер. Где-то тут был еще дым. Тут это от факела. Где-то у нас еще тут спаунеры. Конечно, не вижу, но они есть. Меня очень сильно лагает Майнкрафт. Сейчас, мне кажется, он вылетит. Так, он не вылетел, конечно. Так, ну ладно, у меня еще, я уже 8 минут снимаю всего. Так, мне просто вышло в Play Market. Извините за такие рекламы всякие выходят у меня. Я не знаю, что у нас с Майнкрафтом творится. Овечка, уходи. Уходи. Тут уже ночь наступает, в принципе. Нужно, наверное, поспать. Тогда. Так, тогда мы делаем вот так вот. Нам нужно скрафтить верстачок. Да. Ненавижу лаги в Майнкрафте. Ставь лайк, если тоже ненавидишь лаги. Лагуши, лысые, хорюши. Так, ставим вот сюда где-нибудь верстачок. И крафтим нашу первую кроватку в нашем скайблоке. Ура! Кроватка! Спи! Так, теперь спать нужно. Вон, я вижу маяк. Ну, остров маяков. Ой, маяков, как его? Называется, я забыл. Ну ладно. Кстати, у нас сверху еще какой-то. Так, эндерстоуновый. Не, ну в принципе все это круто. Ай! Мне же нужен каменный остров. Мне кажется. Что мне очень нужен камень. А зачем? Я не знаю, мне нужно сейчас на железный остров строиться. Что это плюто? Так, давайте как-нибудь вот так вот спустимся аккуратненько. Оп. Вот и отсюда будем копать туда.
Так, нам здесь очень мало дерева. В принципе, чтобы достроиться. Извините, конечно, что если я что-то делаю по-нубски. Я просто в первый раз на таких скайблоках выживаю. Мне никогда в обычном выживании не приходилось копаться к всяким островам. Да, наконец-то. Я скоро буду в нем. В этом острове, точнее. Так, если у меня сейчас был лук, то я бы сейчас с лука всех расстрелял. Так, вроде начинает переставать лагать. Чем я ближе становлюсь к этому железному острову. Да, во. О, я даже придумал теперь название для этого выживания. Будет островное выживание. Островное выживание. Островное выживание какое-то как-нибудь. Так. Так, я почти на него достроился. Это круто. Так, давайте вернемся. И накопаем себе земли. Скорее всего, мы сейчас встретим себе где-нибудь спаунер. Спаунер этих всяких животных, мобов. Так. Что, у нас никого нету? Кстати, может первое жилище себе устроить? Ну, хотя, можно будет когда-нибудь в какой-нибудь серии я достроюсь до деревни. Так, давайте поедим вот так вот. Вот так вот поедим. Поели, отлично. Так, тихо. Там скелетик. Ой, куча окупала. Аккуратно строимся. Сейчас мы аккуратно построимся. Там этот лучник как охране ходит, блин. Упс. Так, аккуратненько. Сейчас он придет за нами. Да? Или нет? Так, давайте пока сломаем спаунер зомби. Так, и добудем железку себе. Получается, нам нужно 29. Да, 29 железка, чтобы скрафтить фулл сет брони и меч с киркой. Так. Так, копаемся. Сколько у нас там уже их? 12. Еще. Блин! Надоело уже вылетать. А, ну скоро я уже буду заканчивать видео. Сейчас, наверное, накопаю себе этого железа как раз. И закончу видео. Так, копаем. Шесть, семь, восемь. Так, у нас уже 20. Получается 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Давайте и вот так вот. 28, 29, 30. Все, да. Ладно. С вами был блог 2121. Это мое новое выживание. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!